сегодняшней серии я пойму, что сборка Фир — это самая сложная сборка на модификацию Аномали. И проходить ее нужно с умом, с чувством, с толком, с расстановкой. Иначе все будет максимально плохо, и меня будут пинать до конца моей жизни. В общем, посмотри ролик и сам все поймешь. Не забудь про подписку на канал и поставить лайк. Это важно. А я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Всем привет, друзья, я Галдмен, и сегодня мы продолжаем играть модификацию под названием Аномали за сборкой Фир. И цель сегодняшняя наша на серию — это как раз таки сходить. Опа, это коряк мы нашли. Ха. Это сходить к болотному доктору и разузнать его касательно стрелка. Что он о нем знает, и, возможно, начнем мы сегодня сюжет и пойдем в первую лабораторию. Но это, конечно, вряд ли, потому что наша цель сейчас все-таки это больше фармиться. Так, это что? С лекарствами понятно что-то. Так, дозик меня не устраивает, конечно. А вот карабинер, кстати, вещь хорошая, между прочим. То есть, если его вычинить, будет очень даже неплохо. Ля, ё-моё, смотри, какой карабинер-то, а? Мощная пукалка по-любому. Так, теперь давайте казать, что мы сейчас сделаем. Мы отправим сейчас на базу не понял, это что? Опасных мутантов необходимо еще уничтожить. Блин, ну, честно говоря, я уже хотел на базу вернуться, но, видимо, сейчас этот поход маленько мы отложим. И все-таки займемся опасным мутантом. Только, скорее всего, метка это на сталкера. А почему? Че за черт вообще? Ладно, фиг на этот квест, верно, он дешево должен был оплачиваться. Радиация совсем немного. Здесь квестов нет, но есть тайники. Прям как посмотрим, что за тайники такие. Попьем водички перед этим, прежде всего. Наш главный герой каким-то лютым водохлебом, если честно, становится. То есть он пьет и пьет, пьет и пьет, пьет и пьет. Я не знаю, я. Мне кажется, выдвинуть я не напасусь. Да, ну и дела. Нет, давайте как-нибудь аккуратно сделаем, подожди. А вот он вообще стоит. Что за черт вообще? Вот и лег. В принципе, с первой в голову это, да, это похороночка, но... А я хочу так же стоять и убивать всех, эй, научи так же. Почему я не могу пользоваться этой штукой? Ладно, находим мы с них деньги, находим нашивки, которые в будущем, возможно, мне пригодятся. Ну и калашников по факту тоже может пригодиться, но точнее патрончики. Давай мы разрядим все-таки, да? Денег они стоят должны довольно-таки хороших. Так, о, кстати, мы сейчас можем, ну не сейчас, точнее, эту штуку можем использовать в починке. Ага, так, а ниже скольки? Не ниже 45%, то есть это вообще какой-то офигенный набор. Да, действительно, так оно и есть. Раздражаем тогда магазины. А магазины нужно куда-то выложить, потому что от них толку нет вообще никакого абсолютно. Тут случай метка магазина. КС... А у меня КМС, а тут что? А КСУ? И, ну ладно, это не те магазины, короче. Так, спички можем продать. Лопату мы, думаю, тоже продадим. А это что такое? Посылка, да. Самая посылка, которую нужно передать. Погоди, а тайник где? У нас же тайник-то где-то на карте. Это и есть тайник, что ли? Я не понимаю ничего. Ну ладно, сюда выложу тогда магазины, потому что мне не пригодятся они. Они все-таки чего-то весят. Подожди. У меня же тайник, по-моему, тут был. Или я перезагрузил игру, и он не дропнулся. Да, видимо, так оно и есть. Да. Жаль, тогда давайте-ка вот сюда переходим быстренько. И опять, кстати, пошла какая-то перезагрузка по локациям. Странно, это же. Болото, в смысле? Не знаю, ладно. Так, работа. Работу брать не хочу, а вот какие-нибудь лишние вещички я бы тебе сейчас продал. Но подожди. Сначала я тебе продам патрончики, потому что особо некому их продавать больше. Допустим, вот это 300 рублей. Вот да возьми у меня, пожалуйста, пушку эту. 12 тысяч он нам за это все дает. Окей, неплохо. А еще жрать захотел ты. Поешь каких-то тут бобов, я не знаю. И еще потемнело в зоне. Мужик, у тебя работа имеется? Имеется у него работа. В принципе, можешь поспать, и возможно, эта работа выполнится сама собой магическим образом. Спички продаем, вещи продаем. Ну, еще плюс некоторые деньги мы с этого зарабатываем. Ну, вот куда карабинер сложить, я даже не знаю. Потому что, может, пушка-то и хорошая, но... Бегать с ней на полном серьезе. Ну, не знаю, короче, не знаю. Так, я выполнил задание 5 тысяч. Слушай, это, по-моему, не так и мало. На самом-то деле, так, давайте-ка, ладно, черт с этим набором, он довольно-таки тяжелый. Если что, вот у меня есть наборчики, не проблема. А за сколько ты отремонтируешь, допустим? За 34, кстати. Ну, немного, типа, нормально он просит. Пойдем-ка поспим для начала. Может быть, у меня сразу квест этот выполнен сам собой. Еще здесь квест какие-то. Это что, сам против моськи, да? Здесь аж 4 тайника, здесь тайник. Короче, нужно двигаться уже в сторону свалки Агропрома. Так, подожди. Так, я сделал. У меня вода есть, если что, подожди. Воду я, кстати, не припас. Хм, блин, это плохо. Надо за водичкой сходить сейчас. Ну и, кстати, продать всякие вот эти вот там, картинки, всякие гильзы и так далее простым сталкерам, потому что мне они не нужны. А они их, в принципе, неплохо берут. Так, 888 рублей мы тратим на воду, не страшно. Но зато сейчас поспим, и все будет у нас хорошо, надеюсь. Ну давай до 8 утра спим. Надеюсь, то, что квест у меня выполнится, кстати, который мы взяли только что у холода. Квест у нас... Эх, не выполня... А, вот...
отлично. Много, конечно, воспользовались багом, но не страшно, не страшно. Сделаем вид, то, что собаки просто умерли от инсульта жепы. Так, я выполнил звание 5600. Халявные 5600 мне лишними никогда не будут, на самом деле. Так, а куда тебе идти-то, кстати? Ну, вот тебе надо вот сюда идти, по-любому. Ну да, пошли же, короче, к болотному доктору заглянем. Так, мужик, ты мне поторгуешь со мной? О, он поторгуется, молодец. Нет, нашивку продавать тебе не стану, а вот всякие вот эти вот штуки, лопату, пой-бой, патроны вот эти... А, нет, это непригодные. Ладно, непригодные брать я не стану. Так, это возьми. И, в принципе, гильзы тоже нужны. 700 рублей плюсом. Отлично. 28 тысяч у меня есть, плюс ко всему квест Сидоровича сейчас дам. И плюс ко всему, возможно, на Агропром сегодня загляну, кстати, сразу же. Почему нет? Первый квест сразу выполним тогда. Но для того, чтобы нам на Агропром заглянуть, и, кстати, у тебя есть набор для заточки, я до сих пор не понимаю, как он должен выглядеть вообще. Он же есть, его не могли вырезать из игры, это 100%, типа. Ну, я его не вижу. Ну, вот хоть убей. Где, что из этого набора для заточки, я без понятия, честно. Магазины какие-то. Так, давай-ка, ну, буквально вот столько дроби куплю у тебя. Калашу, патроны это будут. А, у него будет, кстати, обвес и ПБС, и вот такой обвес есть. Отлично, давайте-ка прикупим, что ли, на десятку. Но вот что с ножом делать нашим, я что-то не понимаю пока, потому что... Так, там что, сейчас будет выброс, что ли? Давай без выброса только, пожалуйста, а? Не хочется мне почему-то сейчас под выброс бегать. Купили сейчас я первый обвесок стволу. Сейчас наш Калашников должен, по идее, новой жизнью задышать, но патроны, капец. Где мне их взять, я не знаю. С ними лютый дефицит. Так, ага, ага, нет, не понял. Вот так вот, и вот так, во. Пошел процесс, вот это уже хорошо. Вот это уже называю настоящий имбой. Во, красота, да и только. Ну а теперь давайте-ка быстренько переметнемся, пожалуй, вот сюда. Ну типа, зачем нам бежать? Как бы, я думаю, что никто не против. А, опять он почему-то будет по локации переходить. Ладно, переходи. Здорово, Агал, доктор. Да-да-да, в общем, он нам рассказывает о том, что стрелка он знает, но не знает, где он может быть. И предполагает, что стрелок, скорее всего, должен располагаться в местной нычке. В своей местной нычке, на Агропроме. Мы ему, естественно, верим. И наша цель проверить эту теорию на правдивость, так скажем. В принципе, можем сейчас этим и заняться, потому что тут сразу переход у меня идет на Агропром. А, вот переход в подземелье, правда, не очень хороший, если честно. А, сразу можно вот сюда перейти. Нет, давайте-ка, ладно, я уж не буду на клеть особо, я перейду вот сюда и будем путешествовать на новой для нас локации. Нет, на Агропроме мы были, но конкретно в этой территории мы не были. Этот спамер мне уже надоел, если честно. 800 МГц в восточной части, это же вообще недалеко, по идее, погоди. О, резня, классная пришел, конечно. Подожди, север, юг, запад, восток, 800 МГц. Неужели это тайник, кстати? Конечно, вряд ли, маловероятно, но кто его знает. Так, я не понял, а что тут за какой-то топот был, как будто кабан на меня бежал. Но, видимо, решил передумать. Аномально опасный склон, я в шоке просто. Приходим в зону отчуждения, меня сразу пытаются отпинать. За что? Что я сделал? Это дикий Агропром какой-то. Так, погоди. Ух, это военные. Нет, у меня с ними разговор короткий, я даже не хочу с ними сражаться. Да, у меня же прицел. Во-первых, он оптический, а во-вторых, как бы не патрончиков не так много, поэтому нет, ребятки, давайте как-нибудь в другой жизни что-то с ними повоюем. Сейчас не хочу этим заниматься, да нафиг иди от меня, пожалуйста. Тут нет никак никакого, кстати. Опа, аномалия какая-то. Ну вот и наша ли аномалия, да ну. Ведь вода. Подожди, серьезно? Ни разу не видели холодец в своей жизни? Справочник. Холодец, студень, кисель. В смысле? Это что конкретно еще раз? Это у нас название кисель, студень, холодец. Одно и то же, ладно. Так, тут что у нас? Костюмчик нашли, минированный, тайник. А костюм пропадет или нет? Не пропал, комбинезонский талец, кстати, плюс 107 выносливости. У меня костюм вообще, считаю, пока что идеальный, который может быть, учитывая, что... О, квест выполнился само собой. Как, подожди, куда? Это куда нужно его сдавать? Это в бар? Отлично, это хорошо. Так, а тут что у нас? Понятно. Сталкер мертвый. Да. Рэмбл, слышал автоматные очереди на Агропроме к юго-западу, на аномалии птичья карусель. Не знаю, что, черт возьми, там происходит. Вот я тоже не знаю, мужик, поэтому не советую тебе туда соваться. Я пойду сейчас, короче, просто забыщу этот тайник, потому что в фиолетовых тайниках очень часто дропаются всякие инструменты, кстати. Откуда, твою мать, ты стреляешь, падал, с кустов каких-то, а? Я не вижу тебя. Вижу, вот какие-то силуэты в кустах, только эти вот фрезы. Меня заманали уже. Че ты орешь? Опа. Его там, походу, пинают. Его запинал даже собака, да ну! Бессмертный кусок говна, а? Еще накоцали меня. И, скорее всего, ногу, кстати, накоцали, потому что как-то я бегаю маленько неуклюже. А, да, бандитик или кто-то там не был. Так, че накоцал ты? Ну да, левая нога чуть накоцана. Ладно, одну аптечку использовать я могу, не проблема. Давай используем, правда, пить захотели, но не суть важно. Че, у тебя ППШ было? Патроны были 72-е, нет? Нет, конечно, откуда ты такие патроны-то будут, а? Черт, ты проклятый. Так, давай забираем, нашивочку заберем у тебя. Эту штуку тоже заберем, почему нет? ППШ мы можем, в принципе, и вернуть тебе, как и коряк. Ну, зачем мне это надо? Хотя коряк может быть и имба, но не знаю. Даже не знаю, как 95%, капец, так мало. У меня есть, конечно, набор один.
Сколько он починит? На как раз таки плюс 5. Да, в принципе, можем потом нашивочку использовать. Ну ладно, давай отремонтируем сейчас его полностью, чтобы в будущем не париться. И где, черт возьми, набор для заточки? Заточки, что? Он у мясника должен быть 100%, я так думаю. Если не у него, то у кого вообще тогда, да? Просто отстает. Так, находим денежки немного и давай-ка попьем водички. Подожди, патроны. Ну, разряжаем, думаю, сейчас тоник тогда в магазин эти выложим. И что ж за тоник тут такой-то, а? Ух, калибровка, ух, как хорошо-то. Ну ладно, на будущее пригодится очень даже. Так что подойдет калибровочка. Можем, в принципе, продать как-нибудь, но это, конечно, не очень хорошо будет. Так, ты что не попил-то? Попей воды. Маленько попоем нашего героя. Попоем. О, зомба, а что толку мне вас трогать? Не обыскать, ничего не сделать. И в лаборатории тоже будут мутанты, которых тоже не обыскать и ничего с ними не сделать. Ну вот позиция неплохая, кстати. А нога, что с моей ногой, кстати? Нормально. Вроде как пока нормально, то есть, ну, терпимо и... Подожди, ХП 12. А как, что написано? Нормально все точно? Ну, если бегать, значит, по идее, нормально. Так что, логично. Так, тайников больше нет. Ну и давайте-ка сейчас будем аккуратненько пытаться пройти в эту лабораторию. Надеюсь, то, что у меня вся пульса. Не буду я уже фаст-травами пользоваться, слишком я много их использовал в этой серии. Сколько радиации? Пока ноль. Ну, потому что противогаз мой защищает меня очень даже здорово. Так, а там-то у нас кто-нибудь будет? Нет. Опа, трупешник. Но, скорее всего, это какие-то мутанты, вряд ли это сталкеры. А вот там те сталкеры, которых я убил давным-давно. Хотя, похоже, кстати, на ученых. Ох, хо-хо-хо-хо. Ох-ох-ох, мужик, нашел ты, конечно, место, где можно погибнуть. Здорово. Вау. А, нет, я заберу вихрь твой, кстати, мне кажется, что что-то годное это на самом деле. Так, давайте-ка я пушки ваши поизвлекаю. Да, вихрь я оставлю по-любому. Так, подожди. Пока, главное, чтобы меня никто не побил. Пушки я разряжаю. Ага. Ага, все. И мне они по факту больше не нужны. Зачем? А вот вихрь, кстати, думаю, что даже есть смысл оставить. Патрошки тоже давайте-ка я потырю маленькое. Так это что, это для вихря патроны? Ух ты, это 9.39, да что ты говоришь? Тогда ладно, тогда это я вкладываю все, а вот это я один оставлю. Кто-то морал. Жестко, жестко. Так, а тут что у тебя было, мужик? Показывай. М-ка у тебя была? Ну, М-ка нет, М-ка очень убитая. Ну, прям вообще, типа, ну, никуда такое не годится состояние. Так, это вообще ученые, походу... Экспедиция у них прошла тут немного не так, как надо. Так, деньги давайте используем. Ну, опять же, по копеечке, курочка по зернышку, как говорится. А еще, братья, бойные, а еще и дефолтные патроны тебе были, точнее, боссерные патроны. Так, ЦЗ, нет, нам такого не надо. Это вихрь, это ЛР-ка. Ну, к ЛР-ке тоже думаю. А, это именно к вихрю, нет, тогда давайте-ка точно оставляем, потому что если соберусь его вычинивать, то патрончик такой будет очень даже, точнее, не патрончик, а магазинчик такой будет очень даже кстати. А подобраться к этому челику как-то можно или нет? Подожди. Я, конечно, сейчас постараюсь и, скорее всего, у меня даже получится. Надеюсь. Или нет, или не получится. Но тут. Ну тут надо как-то реально максимально аккуратно это сделать. Так, ну вот можно как-то его обыскать. Так, еще буквально пиксель ловлю. Так, а еще пиксель можно поймать? Отлично, обыскал я челика. В принципе, не зря у него было дробь, у него была водка, деньги, типа. Пригодится по-любому. Нашивка тоже пригодится. Ага, все, ухожу. Ну а такой магазин мне по факту не нужен. Еще раз выкидываем его. Ну слушай, неплохо мы так сходили, да? Типа, денежки полутали, самую малость, и хабара пособирали. Тоже, в принципе, пойдет, я считаю. Так, ладно, приятный бонус перед лабораторией. Да и как бы по весу пока что пофиг. Все раз 74 килограмма, если бы имею право таскать. Подожди, насчет, кстати. А, чумей, 4 патрона, чел. Походу, надежда вся у меня будет сегодня на дробовик. Причем, который будет, может быть, даже клинить иногда очень противно. Но что поделать, готов к стрельбе. Ствол. Ладно, отправляемся теперь в лабораторию. О, подожди, там какой-то труп. Ну, черт с ним. Попробуем пройти ее тогда с дробовиком. И че? И кого? И как? С кем-то не тягаются, кстати. Это хороший шанс, в принципе, этим воспользоваться. Тише, 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 родной. Как бы стрелять я не очень хочу. В смысле, с калаша. Попал по нему довольно-таки больно. Надо было еще какую-нибудь пуль всадить ему туда в голову. Ну, отбойник импа, ребят. Типа, да, можно потратить 1040, но... Мы нигде не найдем лучшее оружие, думаю, сейчас в поле дробовика. Поэтому потратим, черт с ним. Хотя, может быть, мурка, но отбойник тоже имеет место быть, так думаю. Ох, твою мать, с него ответ жмыхнули, кстати, достойно. Да. А чё, по ХП, подожди. Ну, слушаешь. Тихо. Почему я как-то вот какие-то фрезы начинаются? Вот это вот не... Заклинил, бывает. Ладно, это железка, в принципе, этому вопросов нету никаких. Тихо, сохраняемся. Давай-ка перезаряжаемся, маленько. Меньше фонарика никого нет, кстати, это очень плохо. Так, все, хватит. Дистанция слишком высокая. Почему? Понятно. Он меня не убил. Вот он просто живет. У него тоже же сева.
Может, как-то его пустить сюда, чтобы он как-то вот, не знаю, ну, какой толк, типа, надо как-то наоборот что-то сделать, ничего не нажимал, почему-то... Почему ты меняешь оружие, когда я не просил тебя об этом? Ты как пройти этого челика? Он бессмертный, как будто бы. Он не берет просто мою дробь. Он просто живет, и все, ему просто пофиг на мою дробь. Как ты надоел мне? Вот просто трясок он держит. Нормально, по-вашему? Он просто держит, и все, удар. Почему я оружие не стреляло сейчас? Просто почему мне сейчас оружие не стреляет? Просто из-за чего? Ему пофиг. Ему пофиг на дробь, он бессмертный какой-то. Ему просто пофиг на дробь, понимаешь? Он не... Он вообще, ему абсолютно вот, ну... Фиолетово на эту дробь. Он с первой меня ложит. Не, мужики, давайте, отмена, короче. Да, что-то я вообще сейчас в шоке. Вот этого снаряжения не хватает, чтобы пройти в лабораторию. Сборка стала максимально хардкорной. Это самая сложная сборка на Stalker Anomaly. Я сейчас в этом убедился. Это нереально. Это Unreal какой-то. Это что-то какой-то другой абсолютно уровень хардкора, что ли. Так, твою мать, ну, а как-нибудь сюда меня перемести? Здесь там никого не будет? Это, ну, нет, окей, я понимаю, логично, что да, это может быть не пробивая, но все равно... Я в шоке, друзья, что-то как-то сложно больно стало, а? Блин, здесь дождик, конечно, ну ладно. Не суть, но и важно. Так, теперь давай ко мне, пожалуйста, набор для заточки. Я не знаю, как он выглядит, но, по идее, сейчас должен узнать. Вот это, ладно, так он выглядит так же, как и, в принципе, всегда. Не узнал его, не признал, и черт с ним, в принципе, ладно. Так, работа у тебя какая-нибудь будет? Нет, мужик, работа... Работы никакой у тебя нету, торговать тебе тоже по факту не о чем, не зачем. Так, у тебя молоток, кстати, я видел, да, где-то, или что это такое? А у кстати, дробовики, 32 тысячи стоит дробовик. Ну, надо сравнивать его с отбойником, прежде всего, потому что Ну, отбойник, понимаешь, маленький еще грейджный, что это у него, какой грейд у него стоит? Модифицированная протекта, а что модифицированного в ней? Будучи устаревшим на сегодняшний день в сравнении с отечественной Сайгой и армитанским А-12, протекта был революционным оружием. Основным достоинством является большая емкость магазина, практическая скорострельность, однако плата за это внушительные габариты и масса оружия, купит с низкой скоростью перезарядки. Он встречается редко и применяется в основном для зачистки закрытых пространств от мутантов. Ну вот от мутантов, а я пытался людей убивать. У нас сравнивать его, допустим, ох, твою мать, что это такое? Реминг какой-то. Точность, удобность. Нет, мне урон нужен, капец как. Но во всех этих дробовиках урон хуже, чем у протекты моей, понимаешь? Типа, вот в чем прикол-то. Тут как бы сайги нету и мурки, но... Точность, да, хорошо. Темп огня, понятно. Удобность, окей. Но, о, Ремингтон 49 тысяч стоит, кстати. Тоже какая-то пушка модная. А, игра заставляет меня думать. Я что-то даже маленько в шоке, если честно. Я сюда не думать приходил. Ой, ладно, шутка это. Три тайника тут есть, кстати. Еще тайник находится не в воде, если что, рюкзак в кабине. Угу. Ну пошли скроем сейчас до этих тайничков, посмотрим вообще, стоит ли они внимания вообще или нет. Ну точно, все этого оружия вообще самая такая нормальная. А, кстати, набор заточки, я ж купил, да, его? Давай точим, что ли, наш ствол. О, аномалия, добрый день какая-то. Нет, это не выброс, кстати. Это такая аномалия, которая сейчас может долбануть меня в том числе. Типа молния такая, да? А вот теперь я могу уже всяких кабанчиков и прочих челиков вязать. Это наконец-таки, этого дождался, то игра запрещала мне это делать. И вот, кстати, интересно, а у механиков, может быть, стоило как-то это все дело делать? Слушай, тут без меня столько людей завалили, плотей и всех-всех-всех. Так, у меня есть, кстати, да, соты у меня есть. Да, повесим, что ли, Потькину шкуру, чё бы нет. Чё просто так-то висит? У тебя что? Фига себе, не все, в них во всех что-то есть. А, вот, накаркал, ладно. Но, видимо, это слишком тухлая была. Так, а там кто, тушкан? Ну ладно, на тушкана я забью. Пойду сейчас тогда продам лишние вещички. А кому я еще должен квест сдать? Мне нужно квест типа сдавать обязательно, чтобы протектор свой вычинить. О, два квеста на поляне, кстати, можем на поляну сходить. Только вот проблема это сделать-то будет. Так, капана мы утонули. Надо, короче, заняться квестами еще в том числе. Ну окей, вот раз квест, и вот два квеста. Можем сразу их пойти сдавать, прямо сейчас. Причем, кстати, не IG квесты, вроде как. Нормальные квесты. Это квест тоже не IG. Это квест... Ага. Ага, товар Сидоровича. Ну там дальше я от квестики особо даже не смотрю на них, потому что чё, зачем? Туда дальше пока не собираюсь идти. Сколько процентов? 98. Так, погоди, можете залутать? Что же будет в крысе? Обычно она ничего не тропает тебя, конечно, но не придумала игра. Что-то давать у крысы. Так, торговля. Давайте мясо продадим. Жесткий мод. Очень жесткий мод. Сложнейшая сборка. Я сейчас начинаю понимать, с каждой обновой все сложнее и сложнее будет. Там разработчик все пытается как-то усложнить, то мне уже очень страшно, если честно. Так что в следующей серии мы, надеюсь, продолжим выживать в этом моде и более успешно, чем сейчас. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня.